Всем здравствуйте, с вами Марета. Сегодня мы сделаем такой расклад, что скоро случится, да, какие события будут. Напоминаю, немножко о себе расскажу, просто вопросы задавали. Я специалист в области черной магии. Но это не значит, что я плохая, как писали тут в комментариях, и хожу херячу порчу всем подряд. Да, я обладаю очень сильными тайными знаниями и могу навести порчу на любого человека. Я беру заказы разного характера, да, есть порчи, да, есть разрушение рассорки семьи, также есть устранение, также есть устранение сильных черных ведьм. Были такие заказы у меня, когда обращались ко мне люди, вредит какая-то черная ведьма, я устраняла, она попадала в больницу, либо же, да, у нее не везло с работой, взялись менты, взломали страницы ее, там, или так далее, заблокировали аккаунты и многое другое. То есть, да, прежде чем ко мне обратиться, вы должны понимать, да, кто я такая и чем я занимаюсь. Это не значит, что я темная черная тетка в шляпе летаю и навожу порчи. Я рассказываю, что да, ко мне можно обратиться с любой проблемой. То есть исцеление с помощью черной магии тоже возможно. Исцеление детей, исцеление бесплодия, также наведение порчи. Это все тоже есть. Да, как бы. Вот, возврат мужчины тоже присутствует, но только проходит диагностика. Я делаю диагностику, вы мне пишете WhatsApp, скидываете фотографию, я делаю диагностику, да, как бы и смотрю, что там у вас происходит. По цене, объясняю, цены у меня разные, в зависимости, то есть, что мы будем делать. Также по поводу раскладов, цены тоже разные. Если касается убийства, раскрытия убийства или еще что-то там, да, многие обращаются, пропал человек, живой, не живой, вот такие моменты у меня, конечно, дороже. Ладно, все, поехали, давайте дальше смотреть. Что у вас случится, что будет в ближайшее время? Смотрите, я смотрю, разрыв отношений будет с мужчиной. Перевернулась тут, знаете, у вас страничка с одним парнем. То есть не ожидали какого-то от него поступка. То есть какой-то мужчина, парень, но это тот, с которым вы общаетесь. Либо же у вас это произошло, либо же произойдет. То есть смотрите, этот мужчина, он как будто будет тыкать вас палочкой, да, и указывать на ваши какие-то дефекты, якобы они есть, проблемы, для того, чтобы скрыть свой обман. То есть здесь хитрость, здесь обман будет от мужчины. То есть здесь мужчина будет скрывать что-то таким образом, что будет скидывать на вас того, чего нету. То есть, знаете, как бы палка в двух концах. То есть здесь идет парень, скорее всего, ваш парень, который будет стараться скрывать свою хитрость, обман и перебрасывать палки на вас. Вот этим вы столкнетесь, да? Вот. Далее, смотрите, здесь идет такая информация, что кто болел, кто чувствовал себя плохо, здесь энергетически исцеляется. То есть, смотрите, либо таблетки помогают, либо природа, либо выезд куда-то. Здесь будете исцеляться. То есть, либо самоисцеление, исцеляться какими-то медитациями, да, исцеляться. Вот сможете сами себя поставить на ноги. Кто находится в депрессии, тоже сами себя сможете поставить на ноги. Смотрите, на кого-то колдуют, делают крадник энергии, потому что есть такое, что плохо, есть такое, что тяжело именно вот по энергии, да, встать, что-то сделать, с трудом убираетесь. Вот на кого-то есть колдовство, либо энергетически на кого-то нападают, да, вот. И вы это ощущаете, да, вот вы это ощущаете. Далее, смотрите, кто-то, я смотрю, работает в магазине либо техники, либо в магазине каких-то красивых сувениров и находит там свое успокоение, чувствует там себя мастером. То есть либо же кто-то хочет открыть сувениры свои, да, чтобы как бы продавать или что-то вот связанное с
может быть, рукоделием, вот чтобы было в магазине все красиво. Кто-то хочет открыть магазин сувениров, либо магазин техники. Вот даже у кого-то может проскальзывать холодное оружие. Дальше вы получаете информацию с потока я получаю, а вы получаете информацию откуда-то сдалека, но вы как будто бы, знаете, будете защищаться, противиться этой информации. В каком плане? Что вам покажется она какой-то хитрой и какой-то, знаете, с подвохом. Вы получаете какую-то информацию, от этой информации вы немножко не то что будете как напуганы, а знаете, как будете стоять в обороне. Вот, и будете... Знаете, как перечитывать, что ли, ее. Если получите по телефону, будете переслушивать ее. А с чем она связана? Я буду сейчас смотреть, с чем она связана. Но знаете, тут идет такая информация, что она будет связана с тем, что кто будет морально на вас давить. Угу. Во-первых. Будет связано с документацией. То есть кто-то захочет разжечь, кинуть масло в огонь. Вот. Угу. Это точно. Дабы заморозить ваши действия, ваши какие-то рабочие детали, да, вот. Ну, тут настроен еще человек против вас, знаете, как бы серьезно. Этот человек много кому за вас рассказывает, то есть, знаете, этот человек под реальной маской. Вот, и это смотрите, этому человеку интересна ваша деятельность, ваша работа. То есть он прям все уши прожужжал кому-то за вашу работу. Он даже может сидеть на работе и рассказывать кому-то за вашу работу. То есть ему интересен ваш урожай, как говорится. Здесь идет такая информация, что он лапкой-то тянется к вашим деньгам. Знаете, здесь может быть, я поняла, тут идет мужчина и, знаете, рассказывает вам, что вы крутая такая бабковая тетка, что можно вас якобы развести на бабки. Тут какой-то нечестный мужчина, который охотится за вашими деньгами. Вот. Но деньги у вас будут, вы еще сможете заработать. Будете очень сильно уставать, морально будете уставать, физически будете уставать, не вижу никакой поддержки. Смотрите, меня сейчас смотрят те, кто любят очень красивые вещи, возможно, красивые сувениры, красивые детали. Кто-то обожает просто вот все красивое, красивые чаши, кубки. Просто обожает. Кто-то водные знаки стихии меня смотрят. Смотрите, кто-то хочет завести животного, но не решается. Вот. Далее, смотрите, еще такая информация идет, что кто-то очень обожает море. И года два не был на море. Либо же год. И очень сожалеет о том, что не поехал. И хочет выбраться на море и ждет лета. Идет такая информация, что объявится близкий какой-то человек, это может быть даже бывший мужчина, который относился к вам хорошо, но он застанет вас врасплох в какой-то тяжелой ситуации, он просто удивится, ему будет очень тяжело, и от этого он сам будет страдать, что заставит вас в какой-то расплох. Врасплох это в каком-то, знаете, таком тяжелом состоянии, что он вас увидит, для него это будет тяжело, и... Ну, больно вас видеть. Кто-то печалится и живет на съемной квартире, уже очень сильно устал. Вы получите свои ключи от квартиры. Высшие силы со временем вам дадут шанс получить эту квартиру. И дадут шанс хороший. Вот. Ой, знаете, кто-то сейчас выбирает между работой и личной жизнью. Знаете, такое впечатление, что вы вынуждены работать, потому что никто не поможет, и вы нахрен забили о личной жизни, вообще забыли и нахрен ее выкинули. Тот, кто сейчас находится в ограничениях и не отдыхает, у кого связаны руки по ногам и рукам, те смогут воплотить свои мечты в жизнь и отдохнуть.
Я смотрю, что вы бегаете, как белка в колесе, крутитесь, да, и какой-то мужчина это замечает. И он хочет помочь вам в отдыхе, он хочет... Он просто хочет, чтобы вы отдохнули. Далее, смотрите, есть еще какой-то мужчина, это бывший мужчина, он объявится к вам с тем моментом, что вы ему изменили. Смотрите, девочки, опять же говорю, да. Что не все, да, мужчины изменяют, но и женщины тоже есть, шейбы, да. Поэтому, может быть, вы изменили, да, какому-то мужчине, у него на сердце тяжкий груз. Либо же этот мужчина просто может подозревать, да, то, что... Знаете, мне еще идет такая информация хуевая. Я скажу честно и прямо, хуевая такая информация. Сейчас про крысу одного вашего бывшего пидора. Вот прям так и пидора называю. Сейчас, минуточку. Я тебе тут жарко стало, я окно открыла. Смотрите, у кого-то идет такая информация хуевая, и вам до сих пор от нее очень грустно и печально. Был такой, ой, блядь. Смотрите, был такой момент хуевый, что в прошлом какой-то ваш бывший мужчина отнесся на похуй к вам и позволил другому мужчине вас увести. Или другу, или знакомому просто позволил вас увести. Понимаете? Вот так вот. Просто позволил вас увести. А сейчас просто сидит, как ебливая крыса, вонючая, да, вонючая крысяра, да, и за вами наблюдает. Но он позволил, чтобы такой момент произошел. Он позволил, сейчас минуту, он позволил сделать так, вот, чтобы вы, ну, то есть, возможно, кто-то ему сказал, что вы, ну, вы нравитесь, да? Вот, может быть, друг его или знакомый сказал, что вы там нравитесь ему. И, может, он хотел бы с вами пообщаться. А он сказал, да похуй, что хотите, то и делайте. И вас это очень сильно задело. Ну и, конечно же, оскорбило. И это не мужской поступок. То есть, да, опять же, если бы... То есть, вы были нужны мужчине. То есть, мужчина бы за вас как-то стоял. Тут такой мужчина, которому вы наставили рога. Блядь, а... И за мужчины же. Вот. Потому что он сам позволил так сделать. То есть он не поборолся, ничего абсолютно. То есть ему было по барабану финики, понимаете? Здесь еще и вот такая вот тварь выпадает. Вот такая мразь. Вот. Поэтому, как бы, чтобы вы понимали, да, этот момент... Что был такой вот мужчина, который позволил, то есть, да, легко уйти. То есть, чтобы вы, ну, вы понимали, легко уйти. То есть, он позволил легко уйти. Вот. Хорошо. Вот такой момент я увидела у вас. Вот этот вот момент я увидела. Хорошо, что дальше ждем? А вы услышите восхищение о том, что вы прям бьете в цель, то есть закрытыми глазами, то есть что вам все легко удается. Вы еще и вот этот момент услышите, что вам все легко удается, что просто вы бьетесь, ну, бьете в цель,
То есть услышите какое-то восхищение, может быть, даже и врагов о вас. Вот, кто-то тут вами восхищается. Вот, то есть услышите это. Но кому-то и вправду не мешает завести питомца. Вот, кому-то и вправду не мешает завести питомца. Кто-то хочет завести, кому-то не мешает это. Вот. Так что, если задумали, можете как бы смело заводить. Ну, если позволяют финансы. Вот, они тут позволяют не у всех. Да, я вижу на картах. Но тут больше как не финансы, а играет роль именно времени, да, что как не будет времени, что ли, да. Вот, идет такая информация. Больше отдыха вот надо, но вынуждена вы работать. У кого-то нет просто новогоднего реально настроения. Вы устали от каждодневного такого, знаете, нету разнообразия. Кто-то устал, у кого-то нету разнообразия, да, и вот вы устали. То есть человек устал, то есть вы устали, да. Вот такое я еще тоже вижу. Но вы отдохнете, как я и сказала. С ограничений вы выйдете. Вы выйдете с ограничений. Вот, и сможете отдохнуть и воплотить свои мечты в жизнь. Я вижу, что кто-то сейчас работает, чтобы потом, ну, отдыхать. Вот, и действительно это у него получится. По личной жизни, смотрите, скорее всего, вы, ну, одни, потому что не вижу здесь мужчину. Вот. Тут нет. Ладно. Что дальше нас ждет? Смотрите, вообще-то еще тут у нас объявляется мужчина, да, тоже из бывшей подкатегории, который за вами наблюдает, как хитрый кот, да, тоже хочет объявиться, но опять же, смотрите, с несерьезными намерениями, просто наблюдает, просто интересно, он держит вас в поле зрения, то есть этот мужчина держит вас в поле зрения, не упускает, вот. Также следят за вами и родственники, могут объявиться, кстати, родственники, которых вы не ждали, куда-то пригласить, да, вот такое я вижу, куда-то пригласить, объявиться, вот, да, но есть еще и вот этот бывший мужчина, который наблюдает за вами, как хитрый кот, да, опять же повторюсь, просто хитрый кот, который сидит, наблюдает, но у него есть к вам интерес, но что-то серьезное в этом интересе я, ну, к сожалению, или к вашему счастью, не увидела. Вот так вот. Вот такой у нас был расклад. Ну, а за более личными консультациями вы можете обратиться ко мне лично на WhatsApp. По поводу ритуалов тоже обращайтесь лично ко мне на WhatsApp. Всем добра, всем всех благ. До свидания.